Ну что, всем-всем-всем привет. Ненадолго. Вот, зашла я, потому что мне очень тяжело говорить. Меня перетянули бандажом. Вот. Но я стараюсь как-то. Я знаю, что вы в курсе, что многие переживают. Поэтому решила зайти и сказать, что все хорошо. Я наконец-то поела. Наконец-то. Потому что я не ела с самого утра ничего. Не пила, не ела. Вот. Сделала 420. Почти 4,5. Вот. Состояние пока еще непонятное. Грудь передавлена. Тяжело говорить, дышать. Но так я думаю, что скоро будет все круто. Также лежу у меня во мне катетер. Будут на ночь ставить еще обезболивающих в этот в вену. Пока что не буду отвечать, сколько стоит операция. Потом в директ лично всем отвечу. Вообще будешь очень красивая. Спасибо большое. Я сделала 420. Это 4,5 почти что. Да, я сделала грудь. Не могу поднимать руку, больно. Как дела? Я очень-очень хочу покурить Айкос. Жду, когда за мной придет хоть какая-нибудь медсестра, чтобы я встала надеть халат. Вот. Очень тяжело себя чувствую. Дышать тяжело. Мне прям передавили бандажом этим. Я давно хотела грудь сделать, и поэтому я решила и рискнула. Моя мечта сбылась. Вы не представляете, насколько я себя запрограммировала, что красота требует жертв. И как-то он более не так сильно проходит. Левый порог у меня сразу отходит на второй план. Больше отдыхай. Да вот, отдыхай. Скорее иди на поправку. Удачи тебе. Спасибо большое. Сладко держись. Спасибо большое. Я не скучаю за весь. У меня дела все хорошо. Единственное, что мне тяжело после операции. Долго в больнице лежать будешь. Лежать в больнице буду сутки. Вот. Ни разу не делала грудь. Чтобы вы понимали, я на свою грудь сделала. Ставила, точнее, себе силиконный. Я довольна. Я думаю, что и вы будете довольны моим результатом. Я вас всех очень сильно люблю. Обязательно буду держать вас в курсе всех событий. Целую.